Привет, ребята! Вы на канале Рыбкин домик с Ольгой. Давненько я не показывала свой аквариум. Хочу вам показать, какие кони у меня тут повырастали. Вот, посмотрите. Не знаю, получится у меня вам показать. Нет, рука ближе. Кажется, что они меньше. Ну, вот этот парень где-то уже сантиметров под 20 вот размером. И вот этот вот, видите, да? После того, как я проредила население, отдав более 20 штук своему зятю, также вы видите, что сейчас здесь отсутствуют карасики мои, потому что они у меня перекочевали в отдельный аквариум. Они тоже выросли здоровые, вот. Но кои начали щипать их за хвосты. Одного маленького карасика задолбали, скажем так, до смертельного состояния. Теперь вот и те, и другие ждут, когда пруд оттает. Пришлось этих ребят вечно голодных, ненасытных, оставить тут в компании друг друга, потому что, ну, посмотрите на это существо, да, видите, гоняет, гоняет мелкоту, причем вот эта мелкота вся, это же тоже, ребята, с той же самой икры. А вот, кстати, хочу вам показать вот этого красавца, вы посмотрите на эту физиономию, чудо, это у меня такой вот супермен тут плавает. Совершенно офигенная окраска у него на лице, назовем это так. Видите, как красавчик? Мы его зовем Супермен. Он в очках и вот с такими вот черными ноздрями. Красотуся. Вот, а эти, да, вот такие вот уже коняхи. То есть разница в размерах сказывается на том, что, конечно, крупные, которые постоянно хотят есть, они так не очень, не всегда ведут себя дружелюбно по отношению к мелким. И я, конечно, не дождусь, когда это шатие-братье перекочуют в пруд еще более крупным кои. И там уже не будет устраивать своих порядков. Вот так вот. Вот такие вот красавчики. И смотрите, какая расцветка замечательная. Ну, этот, конечно, это вообще уникальный просто товарищ. Где он есть-то? Ку-ку. Где-то мой Супермен спрятался куда-то. Но они вообще все, конечно, интересные. У всех у них есть имена. Вот. Это вот у меня явная девочка. Румяные щечки ее зовут. Вот эта красотка. Красная шапочка. Вот она, видите? Вот, вот эта красотуля. Вот какая тоже красненькая шапочка. Ну, в общем, вот такая на сегодня в аквариумах у меня обстановочка. То есть кои вымахали просто огромные. Кто не знает, посмотрите у меня первое видео на канале Домик Ольга Сердюк. И здесь на канале есть, размещены в плейлистах, откуда у меня эти рыбы, как они вылупились из икринок, какие это были малюсенькие, миллиметровые вообще личинки, и что вот сейчас, на данный момент, с ними стало. Вылупились они в прошлом мае, то есть им пока нету и года, но это уже вот как бы... Сказал какой-нибудь рыбак, вот такой вот сковородочный, можно сказать, размер. Конечно, никто на сковородку их отправлять не собирается, но ребята большие, большие, жрут в три горла, только успевай подкармливать. Ждут, когда, я вернее жду, они-то не знают, наверное, когда наконец-то они будут жить в пруду. Карасики тоже красивые. Это вот то, что называется красотульки, которых вот чисто белые есть. Есть с красивыми такими довольно симметричными пятнами. Есть полностью золотые. В общем, эти ребятки тоже
пойдут в пруд, а часть я оставлю в аквариуме, потому что мне очень нравится за ними наблюдать. Вот. Тут им спокойно, никто их не терроризирует, они живут себе сами по себе. Темперамент у них не такой активный, как у кои, так что здесь им все-таки комфортнее.